Добрый день. У нас такая осень в Ростокино. Где Мацанов Пятин, это не плывет. Уже пожелтело. Выходит солнце из-за тучи. Листочки стоят. Вот лиственница у нас. Собачки гуляют. Вот желтый клен. Еще какая-то собачка бежит.
Утки выжили. У нас мостик. Папка тебе сейчас снимет. Акведук. Вот он, вода опять прозрачная. Там листва нападала на дно. Банка. Ой. Лен, у меня уже он высохнул. Тут каштан прошли. Вот прямо осталось купола там сделать. Да, в принципе, все стены стоят. Это Кирилл и Мефодий. С утра дождик был. Сейчас это порасчистилось. Завтра, говорит, теплый солнечный день будет. Вон там у нас деревянный храм часовня, неупиваемый час. Это еще лужицы остались в дожде. Здесь центральный вход будет. Все, спасибо всем. До новых встреч!